Hi guys, I'm Luke. New video, не магия, live. Голую европейку художницу лапают беженцы. Решила сделать обзор на это видео, только-только оно вышло, 17 минут назад. Что удивило, то что не магия, да? Ну они, ребята, прохаванные, видите сколько тегов используют? Всего 5 тегов. Европа, беженцы, европейка, мила муар, муар. И все. Возможно это, да, продуманный ход, согласен с ребятами, но смотрите, 3726 просмотров, дизлайки прям дышат в спину, идут по пяткам за лайками. Почти 300 лайков и почти 150 дизлайков. Тема какая-то особо неинтересная. Я новость об этой Миле Муар не слышал, но из сообщений ребят узнал. Ребята преподнесли мне эту новость. О том, что она голая стоит в центре Парижа с плакатом, типа трогайте меня, лапайте, беженцы, там все дела. Да смотрю, ну как-то знаете, нету эмоций у ребят. Видос сделан на 11 минут 44 секунды специально, чтобы побольше рекламы запихнуть туда. Вот это я поддерживаю, молодцы, Лёшка и Мишка. Прям надо рекламу пихать через каждую минуту, бах-бах-бах, нарезками. Я все сказал. Good like.